Кровавая вражда старая новая. Где он? Где мой сын? Они похитили моего сына. Кто его похитил? Мы думали, что его забрали старуха Бритау. Керан видел каких-то ребят, похожих на Брита. Где мой сын? Если с ним... Где мой сын Дач Вандер? Мы его найдем, мы вернем его тебе. И мы убьем всех недомков, у которых хватило наглости тронуть хоть один волосок на его голове. Эбигейл, я даю тебе слово. Просто верни мне моего сына. Да, бога не вернусь, твоего мальчика. Дач, мы только что узнали про Джека. Тебе еще бойцы нужны? Почему бы нет? Мика, Киран, если появится кто-то чужой, убейте его. Все остальные погнали. Да уж. Ладно, давайте вернем парнишку. Дач, наверное, они нас раскусили. Да, Грей только что задали нам жару в городе. Да, я слышал. И про Шона тоже сейчас. Я не хочу даже думать об этом. Сосредоточимся на Джеке. Клянусь, я там всех поубиваю. Полегче, Джон, держи себя в руках. Я в порядке. Как они его поймали? Не знаю, но мы его освободим, а они за все заплатят. Точно тебе говорю. Плевать на золото, Джек, у них... Не хотел тебя расстраивать, но у них вряд ли вообще что-то есть. А если есть, то они спрятаны там. Что? Я всюду искал. Да что ж такое, хозяин? И это после всего, что мы сделали, нас опять обвели вокруг пальца. Мы их недооценили. Нет, они недооценили нас. Хватит болтать, нет смысла спорить, почему так вышло. Так вышло и все, и мы все исправим. Так что вперед. Так, соберитесь, без команды никому не двигаться. Идет. Так, все слезать с коней, идите ко мне. Дальше пойдем пешком. Сначала Шон, теперь Джек. Зря мы полезли-ка во все. Идите к даче. Тихо, сейчас мы все исправим. Ладно, за дело, ребята. Джон, ты точно справишься? Да, я же сказал, я в порядке. Идите за мной. Вот они. Кем надо быть, чтобы похитить ребенка? Этих сукин детей на части разорву. Джон, ты должен держать себя в руках. Выходи сейчас же, грязные выродки. Чего вам, черт побери, надо? Спокойно, Джон. Мы пришли за мальчиком. Вы знали, что мы придем? Теперь вы поняли, что не надо было... В чем бы вы вас не обвиняли? Обоснованно или нет? Это же маленький мальчик. Так дела не делают. Верните его. Проваливай с нашей земли. Если вы не хотите общаться как цивилизованные люди,
Найдите Джека и найди эту старуху Брейтвуд. Найди Джека. Ты еще и в ту комнату, да? Ты вообще кто такой? Что ты здесь делаешь? Арт, поднимайся наверх. Да подожди ты. Сейчас я тут со всеми сейчас разберусь. Два на балконе, правильно? Наверх. Идем наверх. Ты там? Открой эту чертову дверь. Черт, Артур, мы их задержали. Их еще больше. Артур, иди за дверь, отвечаем. Подожди.
Раз, два, три. Вроде успел. Ты хочешь, чтобы я и тебя прикончил, старуха? Сволочи, где мальчик? Мы прожили в этом доме 120 лет. Мы не знали никаких бед, кроме... Где мальчик? Кто его забрал? Ты убил моих сыновей. Ой, всех остальных перебью. Если не начнешь говорить, я знаю, что ты в тисе человек. Обычный мерзавец. Где мальчик? Мразь. Ладно, вытаскивай ее отсюда. А с ними что делать? Давай, выволачивай эту ведьму на улицу, еще остались ее сыновья. Нет, они мертвые. Ну что же, подпали эту лачугу. Парень Джека точно здесь нет. Тач, мы везде смотрели. Ямки. Вот так вот, проклятые янки. Ты мне никогда не нравился. Зачем вы забрали мальчика? Вы украли мой самогон, да тебе нельзя трогать. Вы украли моих лошадей. На войне не бью, бывают правила. Мэтьюс, да. Да, точно. Где мальчик? Мои сыновья отдали его Анжело Бронте. Думал, он Сэм Дэнни. Либо там, либо уже на полпути в Италию. Идем. Артур, давай. Что нам с ней делать? Оставь ее. Я же говорил, она чокнутая. Да уж. Развязка, конечно, еще такое, блин. Битва за Шейди Белль. Все образуется. Слушай, Дач, я не жду, что ты у меня здесь, но я еще никогда так над тобой не говорил, как сейчас, брат. Ты поступаешь правильно. Если я не вызволю мальчика, я... Она нас всех убьет, я знаю, но... Если рассуждать логически, он должен быть жив-здоров. Они забрали его, чтобы припугнуть нас. Никто не похищает детей. Он прав, Джон. Что скажешь, Артур? С мальчиком все хорошо, но... Разумеется, Марсон напуган до смерти. Мы убили всех тех людей, заварили такую кашу. И все это зря. Нет, не зря. Не зря. Чтобы выжить. Мы вернем мальчика и уедем отсюда. Верь мне. Слушай, Дачи, у нас проблема. Не проблема, а гости. Решение проблемы. Добрый день, джентльмены. Мистер Вандерлинда, мистер Мэтьюс, полагаю. И кто ты? Рип Ван Винкл. Добрый день, сэр. Агент Милтон. Детективное агентство Пинкертон. Агент Росс. А, мистер Морган. Рад снова вас видеть. Чем обязаны?
Агент Мурло, не знаю, известно ли вам, но теперь это цивилизованные края. Мы поубивали всех тех дикарей не для того, чтобы такие люди вели себя тут, так будто человечество застой, правила приличия — это какие-то неслыханные понятия. Всему этому пришел конец. В этих краях никаких цивилизаций не пахнет. Если же человек до того одержимый алчностью, что от всего его естества остался лишь неуемный аппетит. И поэтому вы считаете, что у вас есть право брать, что захотите, убивать кого хотите, захотите остальных вешать? Кто назначил вас мессией этих заблудших душ, которые вы увели так далеко? Я всего лишь искатель, мистер Милтон. Вы убийца, мистер Вундерлинда, и не более того. Я хочу предложить вам сделку. Пора. Вы пойдете со мной, а остальным я даю 3 дня на то, чтобы убежать. Исчезнуть я начну человеческую жизнь. Где-нибудь в другом месте. Вы пришли за мной? Рискуя жизнью, отправили в логово подонков и убийц, чтобы подарить им возможность жить и любить? Какая самоотверженность? Я не хочу убивать всех этих людей, Дач. Только вас. В таком случае, сочту за честь. Составим вам компанию. Простите, друзья. У меня назначена встреча. Сдаться мне твоему новому другу лучше уйти, Дач. Вы совершаете большую ошибку. Вы все. Да, какой кошмар. У нас есть нечто такое. Как же нам не повезло, мистер Милтон. Перестаньте нас преследовать. Скоро нас здесь не будет. Ой, не могу. И когда я вернусь, со мной будет 50 агентов. Вы все умрете. Бегите отсюда, глупцы. Бегите. Пошли. Убери от меня руки. Что будем делать? Нужно уходить отсюда. Как можно скорее. Каким будет предложение? Есть один старый дом. На болотах в окрестности Сен-Дени. Там нас все равно, конечно, найдут, но так мы выиграем несколько дней. Несколько дней нам хватит. Недалеко называется Шельди, как и у нас в сленге вышел конфликт с предыдущими жильцами. Это укромное место. Вы с Артуром выдвигайтесь и проверьте, не заселился ли в этот дом кто-нибудь. Ты проследи за теми, где что они уехали. Джон, мы заберем Джека и свалим отсюда. Остальные собирайтесь. Ну же, Джон. Мы соберем вещи, но нам нужна новая стоянка. Доберитесь до Шейди Белл. Да, назначим, мы должны увезти всех, пока этот гад Милтон не привел сюда целую армию. Мы не поможем Джеку, если он нас спасает в тюрьму или... Я даже не знаю, что и думать. Просто нужно с умом, ты шутишь? Мы так наследили, что привели их прямиком к нам. Ну, то есть, сколько людей мы убили за последнюю неделю? Слишком много. Да все, Дач играет в свои игры с Хози тоже.
влезьте в эту историю с двумя семействами. Какие даже жульки проворачивают делишки. Да, они думали, что на этом можно заработать. Так ведь всегда бывает, да? Слушай, Марстон, я даже не знаю, что сказать. Не всегда все получается, как Джека. Нет, мы потеряли Шона, Мака, Дэвид, Дженни. Ради чего? Прошлое не изменишь, можно только двигаться дальше. Но когда-нибудь мы должны начать учиться на своих ошибках. Ладно, не все так плохо. У нас была черная полоса, но у нас будет хорошо. Мы выкарабкаемся. Дач все исправит, Дач придумает новый план. С каждым новым планом наши дела идут все хуже. Мы все дальше и дальше от нашей цели. Нельзя во все винить Дача, ты имеешь право злиться. Но не накручивай себя этим, ты только себе делаешь хуже. Черт, ну и дела. Бедолага, мы сами выбрали такую жизнь, а он нет. Не знаю, по-моему, эта жизнь выбрала нас. Ты и я, Дач, Хазия, мы уже давно вместе. Это да, и за это время много чего изменилось. Я уже не знаю, было ли прошлое таким, как мы, и были ли мы таким, каким мы себе кажемся. Марсон, я же сказал, не лезь в эту кроличью нору, это ж... Так, теперь нужно налево по дороге. Я плохо обращался с Джеком и с Эбигейл тоже, я не хотел верить. Знаешь, когда я заблудился в горах после Blackwater, то подумал, а могу прямо сейчас уйти, никто этого не заметит. Вот оно впереди. Четыре стены, конечно, да, мы делаем успехи. Я еще не видел, что внутри. Ну уже, чем скорее мы это сделаем, тем лучше. Ты уверен, что тут никого? Ни в чем не уверен. Так, оставим лошадь здесь и заглянем туда. Стой на страже. Ищите комнаты. Не хочешь обыскивать его даже? Странно.
Я знал, что ты придешь, или ты, или какой-нибудь другой трус. А кто ты такой? Охотник за главным освобожденного рабы политики. Армия преступников, которая захватила нашу землю и наше правительство. Их всех пережил. Мы продолжили нашу борьбу. И все, вот так вот, да. Дать максимальное количество данных предметов. Ограбить. Самородок. Понятно. Занят, обыскиваю я, обыскиваю. Да, не открывается, ну ладно. Ясно, что ничего тут нету больше. Тащите эти тела, поднимите труп. Следуй за Джоном. Куда ты их хочешь? Бросим труп в болото вон там. Понял. Вот это болото. Ладно. А вы встречите Карен, веди его сюда. Забери еще один труп из дома. Чик. Все, вроде бы, еще ж надо. Welcome home.
Добро пожаловать домой, и мои скромные жители. Но жить здесь хорошо. Только на трупе это рай. Мне нравится. Мисс Гримшо, мистер Пирсон, будьте добры. Преобразите это место. Артур, ты поедешь со мной, конечно. Давай. Дач? Да. Можно тебе на пару слов? Не сейчас. Поехали, Артур. Это мы типа малого будем сейчас спасать? Нет, ты не представляешь, у меня столько забот, а она хочет поговорить. У тебя с ней все в порядке? У меня сейчас есть более важная цель. Мне не до... Так куда мы направляемся? Нужно взглянуть на это восьмое чудо света, о котором все говорят, Сен-Дени. Судя по карте, эта дорога должна привести нас прямо туда. Ладно, похоже, этот день еще не закончился. Еще не совсем. Ты молчи, Артур, все прошло нормально. Парочка незаконченных дел, ничего важного. А Джон? Примерно так, как можно было предположить, это удар для него. Мы спасем мальчик, чего бы нам это ни стоило. Расспроси жителя про Бронте. Осторожно, конечно, в людных местах, иначе можно с салона. Нужен кто-нибудь. Конечно, я Пинкертоны. Я почти уверен, что они за нами никто не шел. Мы быстро убрались. Несколько дней мы должны быть в безопасности, а потом, по-моему, нам нужно уйти подальше. Убраться за океан. Ничего себе. Мы влезли в эту историю с двумя семействами, мы потеряли Шона. Теперь я смотрю намного иначе. Я долго верил, что рай для нас где-то на западе. А теперь я уже не знаю. Значит, мы покидаем страну? Возможно, я еще не решил. В любом случае, нам нужно больше денег. Кроме того, сначала у нас есть более неотложные дела. А куда мы скачем вообще? Что мы здесь делаем? Так вот и он. Настоящий город. Будущее. Да. И радуга, прикольно. Канинг, Колб. Большие города. Они им отвратительно. Именно. Встретимся там. Ты пойди выясни, что к чему. Ладно. Что значит, что к чему? Глава 4. Сен-Дени. Задание выполнено. Битва за Шейди Бэйль. Что ж, на этом я с вами попрощаюсь. С вами был Вадим Сина. Игра Red Redemption 2. До скорого. Всем удачи. Всем пока.